На следующей неделе состоится очередная сессия собрания депутатов. Поэтому депутатские комиссии сейчас работают более активно. Комиссия по социальным вопросам рассматривает положение о муниципальном специализированном жилищном фонде для детей-сирот. На рассмотрении народных избранников и еще один непростой документ о предоставлении образовательными учреждениями округа дополнительных платных образовательных услуг. К нескольким вопросам члены комиссии вернулись в порядке контроля и продолжения работы над ними, в частности, к вопросу о порядке использования спортивных сооружений.